Я могу хорошую песню вам спеть. Вы готовы? А как вас зовут? Можно? Антонина. С 4 до 6 каждый день? Да. А в какой-то музыкальной школе преподаете? Преподавала. Сейчас я на пенсии. А вы Севастополь студент? Нет. А то я хотела вас научить играть на фортепиано. Это вечный друг. Он очень хороший. Нет, вот если дочку его научить. Но вы не Севастополь. Ну да, нам надо уезжать будет через несколько месяцев. Так. Вы готовы еще записать на месяц? Давайте. Браво! На память о наших встречах. Браво, браво. Здоровья вам, счастья, любви и всего самого доброго. Приходите меня слушать. Я тут пою, играю, веселюсь. В любую погоду. Вас как звать, Елизавета? Максим. Очень приятно, вашу даму. Мария. Как красиво. Здоровья вам, любви, верной, преданной навсегда. И чтоб душа ваша пела, как соловей. Все время, в любую погоду, в любое время. В любые годы, чтобы вы были молодыми, красивыми, счастливыми и берегли друг друга, уважали. Не теряйте тоже вот эту искренность, с которой вы вот это делаете. Неважно, есть кто-то слушает вас или нет, я вижу, что вы делаете это души. Вот, и это а здорово. А все слышат, даже небо. Да, вы согласны? Да, небо да. С нами, море боги, с нами. Боги нас слышат. Ну, вот, птицы с нами, все наше, все мы. Все мы, и мы должны нести добро этим людям. Всем, 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 любовь.
улыбаться в любую погоду и делать хорошо. Мое счастье в добре. Благодарим вас. В добрых делах. Вот это мое счастье. Я рада познакомиться. Если хотите, возьмите мой телефон. Будем звонить. Давайте, да, запишите. У меня уже много людей. Со всего мира, можно так сказать. За это лето. Я много так познакомилась с людьми. И принимаю звонки. И сама звоню им, потому что они тоже хотят что-то услышать, правда? И вдруг я им, где-то на Урале они живут. Посылаем крымское солнышко. Это так приятно. Да, это здорово. Или Уфа, например, тоже у меня есть там знакомый. Я вчера позвонила ему, говорю, на солнце светит, тепло, люди купаются. А он говорит, а у нас нет, не очень. Я говорю, это не очень, значит, все хорошо, раз не очень. Так, а вы с какого телефона звонить будете? А у меня вот мобильный телефон. Есть мобильный? Да. Но только я хочу в тетрадь записать ваш. Понятно, это хорошо. Вы мой запишите... Угу. Себе? Так, сейчас, ну, ребеночка, держи.